такая наша квартирка. Это кухня. Огромная. Холодильник, печки, микроволновки, вода, все есть. Тут все как у людей. Машинка. Отдельная комната для сушки. Отдельная комната для глажки. О, тоже душ, тубзик, раковина. Идем дальше. Все комнаты проходные. Гостиная огромная. Диваны, камины. Выход на балкон. Тут тоже можно поужинать, позавтракать. Вот тут русский турист завалялся. Say hello. Hello. Костя говорит теперь только на испанском. Он уже отвык от русского. Такой нереальный вид. Тут же бассейн, кто бы мог подумать. Безграничная. Вон гора Гибралтарская. Вот опять же гостиная. Еще раз. Тут можно ходить. Вот первая спальня. Две кровати. Всякие комоды интересные. Даже телефон дали. Да. Всякую еду. О, боже. Раритет. Вентилятор. Тут что у нас? Умывальник. И душ. И свет. Все как у людей. Душ. Тут залет. Так, идем дальше. Куча шкафов в стенах. Уж потеряла тему. Еще одна спальня с кроватками. Балкон с видом на дорогу. Вот здесь. О, здесь тоже ванна-туалет. С зеркалами, с душами, с тубзиками. Тубзиков больше, чем всего остального. Никто никому не мешает, и в очереди утром не стоит. Так, вот еще одна комната. Вот это мастер-бедрум. Душ, ванна, душ, туалет, унитаз, биде, две раковины, чтобы не мешаться по утрам друг другу. Полотенце, бумага, красота. И мастер-бедрум спальня. Джон любезно разрешил нам спать здесь. И такой вот тут видон. А, это же еще не все. Тут же есть еще второй этаж. Нам же втроем будет мало места. Лавочка. Так тут красиво. I'm here, I'm alive. О, нифига себе, накрывать он воды такой, нифига. Наши гуляют. Подожди, я видео снимаю, подожди. Здесь библиотека. Здесь зеркало. Вот такой вот нереальный вид. Дастиш фантастиш. Пальма.
Опять тубчики с ваннами. Мыться, не перемыться. Тут что? О, дым пошел из ручки. Тут тоже выход на балкон. Очень все круто. Вообще все комнаты выходят на балкон с видом на море. Вот такой бассейн. Я, наверное, сейчас не стерплю и пойду туда купаться. Вот дети болтают. Людей нет, пляжи свободные. Купайся не хочу. Вот камень упал в космос. Вот пошли первые плаватели. Воды здесь хоть отбавляй. Очереди, как в Геленджике, нет. Где Костик? Костик, ты где? Тут убираю, там вот другие уже. Территория, с другой стороны парковка. Мы там машину оставили. Все, идем кушать и наслаждаться. Вот такая территория еще перед входом. Цветы цветут на каждой сосне, на каждом дереве. Все ухожено, все здороваются. Вон соседка прошла, первый раз меня видит. Здороваются, улыбаются. Все, чин-чинарем. Цветы, цветы везде. Пальмы. Вот наша машина белая стоит. Очень свежо, вечером прохладнее стало. Идем искать кафе и кушать. Жду мальчиков, они там долго вошкают, как обычно. Ой, красота неописуемая.